Сегодня в шотландском Глазго на международном конкурсе Евровидения определится лучшая танцевальная пара Европы. За первое место предстоит побороться представителям 14 стран. Российские участники, фигуристка Татьяна Навка и танцор Александр Литвиненко, имеют все шансы оказаться в лидерах. На репетициях побывала Ирада Зиналова. Бег по коридору. С репетиции на репетицию еще надо успеть. Проблема женского выбора «белое полнит, синее бледнит, красное горит» решается хирургическим путем. Это неудачно. В попыхах получается силуэт «Воронье крыло». Значит, судьба сама сделала выбор. Почти белое или шампань. Ча-ча, раз, два, три, ча-ча, раз, и два. Последняя репетиция и последние штрихи от балетмейстера. Тяните носок. Для шампань это просто необходимо. Ты красивая. За глаза, который швед Дэнни просит передать русской паре. Даже партнершу свою крутит под свой единственный известный в России хит «Про любовь безнадежную». Ей так же тяжело, как и мне. Запомнить все эти ужасные движения просто невозможно. Будем оба танцевать любовь. И, глядишь, познакомимся после конкурса. Ирландка Диабло танцует с 2 лет. Делится секретом, как устоять на ногах на скользкой танцевальной дорожке. На ноги липкую ленту, руками нервы в кулак зажать, другого способа нет. Почти по-настоящему для всех это отладка мониторов и света под каждый костюм. Для тех, кто на сцене, стрельба глазами по силуэтам соперников и белой трибуне. Миллион за улыбку. Каждая из пар пытается произвести впечатление на большую четверку или жюри, которые в этом году впервые будет работать параллельно с народным голосованием. Этим людям запрещено общаться с участниками, запрещено с ними даже разговаривать, поскольку таковы жесткие правила этого конкурса. До выхода на сцену Татьяна уже уверяла: я справлюсь. Балетмейстер теперь сам уверяет: она постарается. Даже олимпийцы – это люди. И у них тоже существуют нервы, потому что это для нее ново. И, в принципе, я почувствовал, что она немножко нервничает. Ставки сделаны. За стенами зала чисто шотландские страсти. Рачительные горцы, судя по всему, выбирают Восточную Европу. В букмекерских конторах «Россия» в тройке лидеров. Мы еще ничего не видели, но изучили репутацию пар. Олимпийские чемпионки в лидерах. Тот же результат на предварительном голосовании. Россия в тройке. Комментарий от судьи международного класса Станислава Попова. Те, кто в обход правил выставил настоящие профессиональные пары, просчитались. Мы же все друг друга знаем. Судьи отправили обманщиков вниз таблицы. А впечатление потрясающее. Мне очень понравились Навка и Литвиненко. Я просто горжусь, что эта пара представляет Россию. Великолепный номер, великолепная хореография Виктора Никовского. Плечи друга – вещь необходимая для олимпийского спокойствия. Интригующая улыбка – красная, белая или синяя. Об этом я подумаю перед выходом на сцену. Маленькая женская тайна для искорки в глазах, из которой на сцене зажжется пламя страсти. Ирада Зиналова, Борис Анциферов, Первый канал, Глазго. Танцевальный конкурс Евровидения зрители Первого канала смогут увидеть сегодня в прямом эфире. Начало трансляции в 23:00. Не пропустите.